Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. Если вы хотите приготовить шикарную пиццу недорого, смотрите этот рецепт. Пицца получается очень вкусная, с бесподобным тестом. Приготовление очень легкое. Для теста можно использовать даже кислый творог. Для теста возьмем 2 яйца, 1/2 чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара. Хорошо перемешаем. Нам понадобится 200 грамм творога. Творог я немного размяла вилкой. 1/4 чайной ложки соды гасим уксусом. Выливаем в тесто и кладем муку. Где-то примерно 180 грамм. Замешиваем тесто. Тесто замешивается очень легко. Тесто должно получиться мягким. Формируем лепешку, переносим с помощью скалки на противень и разравниваем. Нарезаем лук 80 грамм, колбаса 150 грамм и 150 грамм помидоры. 150 грамм сыра натираем на крупной терке. Тесто я смазываю яйцом, затем выкладываю соус, посыпаю травами, подойдут базилик или итальянские травы. Выкладываем половину сыра. Теперь помидоры, колбасу и лук. Затем сверху вторую половину сыра. Так будет очень вкусно. Ставим выпекаться на верхний уровень духовки. Пицца выпекается 10-12 минут. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если вам понравилось видео. Пока!